Полтора рубля за километр, и это не предел. Саратовские дальнобойщики вновь вышли на акцию протеста. На Волгоград и в обход Елшанки. Сразу два участка федеральных трасс открыли в регионе. Нетрадиционные растения. Саратовцы на приусадебных участках выращивали плантации конопли. Об этом не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.